Химика можно сравнить, может быть, с ювелиром. Потому что насколько точно ты будешь работать руками, вот настолько точно получится твой результат. Химия – это волшебство. Человек, который видит это впервые, он изумляется. Изумляется тому, что вот было одно, а стало совершенно другое. Вот в момент, в одну секунду изменился цвет, изменилось агрегатное состояние, изменилось абсолютно все. Это довольно интересно и невероятно. Химик, во-первых, должен, естественно, разбираться в химии. Также это физика. Отчасти это математика, поскольку даже алгоритмы они были придуманы химиками для химиков. Это, безусловно, метрология, потому что это идет в ногу с каждым нашим движением. Это не только механическая работа. Всегда в голове нужно держать, что ты делаешь. Видеть это в целом, видеть всю концепцию. И если осознавать, что ты делаешь и каким последствиям это все приведет, вот тогда вот получается единое целое. Это и физический результат, и одновременно интеллектуальный. Каждый из нас несет какую-то вот часть в общий процесс, и это невероятно, потому что когда ты что-то создаешь, когда ты что-то делаешь своими руками, и ты явно знаешь, вот, за что ты отвечаешь, ты несешь ответственность за какой-то результат, ты состоишь в большой компании одной вот такой вот частью, это впечатляет. Моя работа – это каждый день новая задача. Моя работа – это каждый день какие-то новые достижения, это новые методики, это новые цвета и новые яркие события.